אם אפשר בבקשה קצת אור באולם. את מצלמת מילה. גם אתה גם אני. דנגר. אחת, אה? חזק. אז אני מדבר ברוסית, אחר כך אתם תתבין. היום אנחנו כולנו נפגשנו, בזכות שיהיו רק אתם את הבויטר, שבו את נראה לי, בו עדין רמזין, יובילי, יובל. שנה שסטאשי סיסטרה, וסידה בלה פרמושניקה מבודי ואיני. נשא דטסטו פשלש на военные годы, тяжелые годы. Мама работала, мы были одни, папа был с трударни. Когда ты была еще ребенком, ты помогала маме, заботилась о нас, готовила еду. Она в 9 лет уже готовила обед. כל הכבוד. נילי, את מסתירה? תודה. והייתה בתשע. פומגל ענה. אמאמה שידה בלה אוהבית, אבל אשתו. אנא מוזם ציפי דברית, נס, מריקים דיתי. בשוי תבי ספסיבה. תשידה בלה אושן תלוסטרימליוני בוצ'ובי, ברבושי. רבותלה там, в России. Педагогом. Кончила университет. И в Израиле ты работала в школе, где здесь очень сложные, тяжелые дети. Ты справилась и с этим очень хорошо, отлично. Ты заботливая мама, заботливая бабушка. Ты вырастила детей, внуков. Больше тебе уже далеко не 20 лет. Мы все тебя любим и желаем тебе здоровья, долголетия, счастья, чтобы у тебя всегда было хорошее настроение и радовало нас своими детьми и внуками. Много-много здоровья тебе, терпения, хорошего настроения, чтобы ты была своими детьми и внуками, одни и близкие. Мазаль тов! Ола кабод! Они пустыра, близок, а? Он в мой пустыра.